Индексы Московской биржи после обеда ускорили падение. Индекс Мосбиржи на минимуме с 25 февраля. Биржевики отыгрывают сообщение о том, что в событиях на Украине наступает новая фаза. Валютный рынок давно уже живет по своим внутренним правилам, написанным Центробанком. А потому доллар сейчас к рублю по-прежнему дешевеет, евро дорожает, правда, всего на 15 копеек. Курс не настоящий. То, что на бирже мы видим, это все не настоящее, это абсолютный симулякр. Курс держится вручную, цифры на бирже держатся вручную. Их можно держать, выпаливая золотовалютные резервы еще несколько недель или даже месяцев. Из золотовалютных резервов на это хватит, но это не бесконечный процесс. Логистические цепочки разорваны, цепочки рефинансирования разорваны, цепочки страховые разорваны, и так или иначе это все отразится на цене продуктов, так или иначе им придется допечатывать деньги. Так или иначе, большой инфляционный удар, безусловно, ждет. Они его пытаются, чтобы у него этого удара не было пика, чтобы он так медленно наплыл. Пытаются его сдержать и отодвинуть.